залог надежды эйфории отпраздновал открытие нового формата. Модные блогеры, близкие друзья и постоянные клиенты. Так в теплой обстановке проходило это стильное новоселье. Наконец-то свершилось событие в нашей жизни, в жизни ФР. Мы открыли отдельный магазин, отдельное модное пространство. Мы долго к этому шли. Я очень много лет клиент эйфории. И честно скажу, что для меня, наверное, это единственный магазин, где включено все. Начиная от одежды, заканчивая великолепным сервисом. Я всегда иду с удовольствием, потому что я знаю, что меня не просто оденут, так скажем, а меня еще полюбят. Мне очень нравятся здесь вещи. Они достаточно стильные, хорошего качества и необычные. Юлия Николаевна просто потрясающий человек, и бизнес – это тоже такая радость, это что-то невероятное. Я, допустим, вот, пожалуйста. Молодец. Да, я очень рада, что так получилось, что она открыла новый магазин. Я думаю, давно уже пора было расшириться. Я сегодня только первый раз узнала об этом магазине, и я в полном восторге. Мне очень надо этот магазин. С мамой вместе ходили домой в моем детстве. Давно очень знаем. Знакома сегодня первый раз. Оцениваю на ура. Есть несколько шикарных платьев, которые мы уже себе приобрели. Новая эйфория теперь не только про модную одежду. Это творческое пространство с подиумом для показов, с лаунж-зоной для мастер-классов и девичников, со стильными интерьерами для фотосессий. Новая эйфория – это не только про вещи. Новая эйфория – это про творчество, про стиль, про тенденции, про развитие. Мы хотим сюда привлекать специалистов, самых лучших челябинской фэшн-индустрии, делать мастер-классы, делать семинары, фотосессии. Все, что нужно нам, девочкам. Мы теперь говорим о том, что эйфория – это не только про одежду. Эйфория – это теперь про творчество, про эстетику, про времяпрепровождение, про какой-то досуг, про вкусняшки даже, про какие-то мастер-классы, про какие-то семинары и так далее. То есть теперь это не просто магазин, теперь это такое именно творческое пространство, в котором можно реализовывать все свои мечты, а не просто одеться. Профессиональные модели на этом празднике были не нужны, ведь гости сами с удовольствием демонстрировали одежду от эйфории. Желающих поучаствовать в показе было столько, что удалось представить все новинки сезона. Максимально интересно для, в первую очередь, самих девочек наших. Они меряют. Сейчас будет дефиле, которое каждый себя почувствует моделью. Даже те, кто сегодня пришли не в образах от эйфории, мы их уже переодели. И сейчас готовимся к показу для того, чтобы у каждой сегодня была своя минута славы. Мне кажется, для каждой женщины это очень важно, получать внимание.